Посмотри на меня! Посмотри на меня! Я же живая! Я живая! Маргарита злится и ревнует, потому что мастер пишет роман. Все узнаваемо, но это не совсем привычная постановка булгаковского шедевра. Точнее, совсем непривычная. От великого романа осталась лишь идея. Все остальное облекло новую, современную форму. Сотни веков, сто оков заключенный. Качается мир ваш на крах обреченный. Но вновь и вновь спасала его. Постановку и спектаклем назвать сложно. Это действительно больше фантазия с концертными номерами и мультимедийными декорациями. На сцене и в зале много поют, танцуют, читают стихи, блока. Идея нового формата принадлежит Максиму Клестову. Я очень люблю персонажа Воланда и Маргариту. И поэтому я начал крутить всю эту историю вокруг вот этих персонажей. Что могло произойти до того, как они встретились с мастером и с Воландом тогда еще в первый раз? Мы отошли от Булгакова, особо его не трогали, потому что реально все начнут задавать вопросы, почему и как. Сюжетная линия полна мистики и мировых хитов. Граф темного мира влюбляется в талантливую певицу. Он мечтает, чтобы она обрела бессмертие и путешествовала с ним по вселенной в роли певицы или булгаковской Маргариты. Новая прима Ивантеевского театра. Светлана Дементьева. Только было желание сделать именно музыкальный проект и показать не только свои актерские возможности, но и музыкальные. У меня, например, два образования. Я окончила Гнесинское училище и ГИТИС как актриса. Поэтому для меня этот проект очень значимый. Я прошу вас, отпустите меня. Я люблю своего мастера, он дарит мне надежду. Надежда – это иллюзия. Так лучше я буду жить в иллюзии. Но любить... Отвергая меня, ты отвергаешь бессмертие. Иллюзию искушения, непростого выбора, любви или блага, светлых и темных сторон души сопровождают танцевальные номера в исполнении Ивантеевской школы танцев «Love Dance». Над остальными работала Елизавета Забелла. 16+. Детям нельзя смотреть. Я, на самом деле, вся история, что я хочу, да, показать, я хочу, чтобы люди задавались вопросом о душе. Потому что через, если есть темное, собственно говоря, есть и светлое. Я хотел всю эту историю показать, как Воланд стал Воландом. Он же был человеком, он любил, потом сходил с ума. И потому что Бог забрал его невесту. Мне очень понравилось все. Просто исключительно, замечательно. Просто в День влюбленных мы получили прям вот, ну, действительно позитив. Вот такое настроение хорошее, приподнятое. Все очень здорово. Вот эта вот, да, девушка очень хорошо прям пела. Такой голосина, конечно, просто потрясающий. Какая же сегодня удивительная ночь. Как хорошо, что ты пришел. Я так люблю тебя. Я так благодарна судьбе, что мы наконец-то вместе. Повторы музыкальной фантазии Ивантеевского театра Центра культуры и искусств имени Кекушева состоятся 7 и 8 марта. Затем этот спектакль войдет в репертуар. Анна Пыльцина, Владимир Безлепкин, Мария Барсукова, ИТВ.